Эстетика, масштаб и качество. Новый киноконцертный зал открылся в Островце. Убедиться в современности площадки теперь может каждый житель города. Реконструкция объекта началась в октябре 2020 года. Все это время островчане с нетерпением ждали открытия. Теперь здесь созданы все условия для проката кино, выступлений эстрадных, цирковых, профессиональных и любительских коллективов. Абсолютно убежден, уверен в том, что этот обновленный зал станет центром притяжения не только жителей нашего Островецкого района, но и наших гостей. Кинотеатр оснащен новейшим световым цифровым оборудованием и рассчитан на 298 мест. С таким радостным событием жителей города поздравил и Владимир Караник, председатель Гродненского облсполкома. На то, чтобы здесь создать, тут и так очень уютно и красиво, но чтобы создать еще более уютную обстановку, чтобы людям как можно чаще хотелось бы сюда возвращаться, чтобы почувствовать себя в окружении своих земляков и получить массу положительных эмоций. Поздравляю! Киноконцертный зал «Островец» ожидает много ярких событий. Площадка станет подходящим местом для мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и значимым датам.